Представители парламентов Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, Калмыкии и Адыгеи. На правах ассоциированных членов присутствовали представители Народного собрания Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Абхазия, а также парламенты Республики Северная Осетия, Алания. Подробности у Виталия Воловатова. За недолгую историю существования парламентская ассоциация Юга России успела набрать серьезный вес. Обращения и законодательные инициативы, которые принимаются на конференциях, все чаще находят отражение в законопроектах Государственной Думы. Опыт работы ассоциации доказывает важность взаимной поддержки региональных парламентов и консолидации при принятии законодательных инициатив. Потому одним из важнейших событий 20-го съезда Южной Российской парламентской ассоциации стало заключение соглашения о сотрудничестве с ассоциацией парламентов Северного Кавказа, отметил председатель Волгоградской областной думы Владимир Ефимов. Ассоциация способствует установлению дружеских отношений между субъектами федерации, что крайне важно для многонациональной.